Привет, ребята. Про торрент хочу я рассказать. Сотовые операторы, ну почти что все, блокируют передачу данных в торрент. По торрент протоколу вы скачиваете или раздаете, без разницы. Блокируется и ничего не работает там. Ни фильмы, ни скачивания. Как я слышал, причины, что огромную нагрузку создают на сети, сети прямо умирают сразу. И вторая, что страшное какое-то преступление совершается, но преступление не может совершаться, если там эти какие-то фильмы лицензионные кто-то скачивает, то от бедноты, в основном, как я понимаю, скачивают, потому что просто нету денег покупать по 200 рублей фильмы. Просто, может, люди живут здесь на 100 рублей в день. Какой же фильм? Они на своем там этом каком-то дешевом планшете за 3000 смотрят, пытаются вот корявый какой-то фильм, ну, даже в кинотеатр сходить не могут. Ну просто нищие люди, за то, что они нищие, считать их преступниками, ну это какая-то чушь. Даже нищие, те, кто работают, они все равно все нищие. Поэтому я бы не сказал бы так, что вот какая-то часть, может быть, и есть какие-то, кто-нибудь по 100 тысяч там получает, 1000-2 долларов, может, и смотрит. Но в основной массе, ну, вот беднота всякая смотрит. Это, наверное, процентов 90 как минимум. А почему беднота? Потому что их ограбили, вот они пытаются какие-то кривые копии. Ну причем в этих копиях даже онлайн вот эти фильмы, когда смотрят, ну это не торрент там, ну как бы к тому же к бедноте смотрят, там рекламу вставляют мошеннических этих ставок на спорт, иксбетов. Все эти иксбеты, они к тому же государству бандитскому принадлежат, к этим вот структурам, всяким полициям, прокуратурам, то есть все вот, которые заявляют структуры за порядком следят, ну и в частности вот про торрент, что торрент преступники качают фильмы, вот что это все варьё поганое, ну сами являются поганым варьём, намного большим. Не то что варьём, еще и убийцами являются. Поэтому вот это вот про то, что там какие-то игры, фильмы качают, ну совершенно не актуально вообще никак для России. Тут само государство все у людей украло. Ну ладно, в общем. И второй вариант. Ну, операторов, наверное, это не волнует. Там фильм лицензионный, не лицензионный. Операторов связи, я имею в виду. А вот что загрузка сети охеренная. Вот они прям умирают с горя. Орут. Торренты всю сеть положили в гроб. Но опять же, по своему опыту, сколько я не качал, вообще никакой нагрузки, и это не создает дополнителей. Например, я качаю, ну там даже какую-то огромную игру, там 20 гигабайт, я ее качаю, и все, потом, когда я ее скачал, я ничего не качаю, и отдача от меня не идет. Как бы канал в две стороны, ко мне и от меня, и от меня почти что никто ничего не качает. Говорят там, оставайтесь, раздавайте файлы. Так это никому не нужно. Даже какой-то мега популярный файл, игру,
Она у меня болтается, я смотрю, пролежал там пару дней, и никто не качает. По моему опыту, ну даже вот у меня, если было 5-10 там каких-то фильмов закидано в программке скачанных, но бывает какой-то один там, один какой-то файл кто-то качает, там видно, скорость идет исходящая. Причем какое-то время потом это даже пропадает, забрасывается, интерес пропадает к файлу. То есть на нагрузку торрент-качалка не создает никакую по сравнению с обычным скачиванием файлом. Если бы я его просто скачал с какого-то хранилища, то же самое бы происходило. Я бы скачал и все. На раздачу никому не нужны эти файлы. У меня они сколько валялись. Очень минимальный был трафик исходящий. То есть это какой-то миф, может быть, я не знаю, как это сделать, какой-то мега-сервер какой-то огромный поставить стойку туда, закачать 500 терабайт данных каких-то, и может тогда с них будут качать, может быть, есть какие-то такие сервера домашние, ну не в дата-центрах, а какие-то сервера стоят, и там вот наложено вот эти терабайты, ну как бы у меня мелкий диск, и он никому не нужен, и мой торрент-клиент никому не нужен. И то есть это бредятина, а мне там сотовый оператор мне блокирует с мелким диском и с какими-то, с одной игрулькой и с тремя фильмами. То есть я считаю, это полнейшее вранье и миф про огромную нагрузку, именно идущую от торрент-клиентов. Может быть, какие-то есть секретные данные, что этих там 90% людей понаставили торрент-качалки и качают с утра до ночи 4К рипы там по 50 гигабайт, сколько там самый здоровый. Ну, я этого не вижу вообще просто. И даже когда заходишь там популярные фильмы, топы в торрент, там мелкие, все уже 10 лет самый топ качают 1,4, 1 гигабайт. Ну вот мелкий, самый вот мелкий какой-то там 480 строк, вот это качают. Ну, наверное, каналы тощие, там компьютеры маленькие, памяти маленькие, поэтому это качают. Я просто в шоке вот от этой чушни, которую несут операторы. Тогда бы были популярные какие-то, говорю, 50-гигабайтные фильмы все качали. Мне даже 50-гигабайтный я один раз скачал, но правда я не через сотовый качал, а через проводок, кабель. И я даже толком не смотрел этот фильм, потому что нужно какой-то большой экран, еще 4К, может быть, 4К и нету монитора, то это просто миф. Я просто все время в шоке, вот когда где-то читаю, там торрент закрыт, это потому что там нагрузка, или ты варюга поганая, это, блин, никакой нагрузки, и варюга сам государство варюга, да этот сотовый оператор варюга, они же все поганое варье, все эти МТС, Мегафоны, Билайны, Ростелекомы. Ну, они там как тащат, они подписки пихают, которые люди не замечают. Раньше какие-то, ну, загрузки трафика лишнего, ну, там сотни способов вот этих ненужных услуг. Не то, что именно вот снимают как бы просто деньги. Хотя, может быть, периодически у кого-то и снимают. У меня было то, что сняли два раза. За один день двойную плату сняли. То есть они и есть говно и преступники, и варьё, операторы, и государство. А они вот эту херню несут, что за людьми надо следить. Ну, в общем, все.
Просто нету сил даже вот злости вот не хватает. А вот эта тупость, потому что какие-то сказки вот эти рассказывают, что там плати, плати и все, ну там за интернет типа заплати и не пользуйся им. Ну это просто какая-то чушь. Ну заплатил и буду качать. Но я даже не могу. На самом деле, что еще хотел сказать интересного? Если вот я вот сказать, загрузи, вот там вот возьми вот оператора, загрузи, засри там трафиком, так я не могу его толком засрать. Это я должен смотреть с утра до ночи какие-то ролики 4К, ну мне надоест, я посмотрю пару роликов и все. Компьютер должен работать все время, он будет кучу электроэнергии потреблять. Я не могу все время с утра до ночи грузить все. Потом исходящий, я мог бы что-то транслировать, но опять же никому не нужны какие-то там трансляции по 10 часов. Даже YouTube это не обрабатывает. То есть про какую загрузку они говорят, что их загружает? Их загружает вот эти копеечные какие-то нагрузки, что смотрят люди там YouTube, но ну, они смотрят же периодически, как посмотрел пару роликов и все, или что там ставят автозапуск там вот, ну у меня не стоит вот этот автозапуск, что он без конца как включают, ну там батарейка сядет в телефоне, если я включу, я не могу в телефоне даже без конца смотреть. Да и зачем мне запускать этот автозапуск? Поэтому не верю я операторам. Если скорость маленькая, то им просто нужно поставить больше базовых станций. Для них это фигня. Ничего там дорогого нету. Ну и к базовым станциям каналы расширять, чтобы скорость была нормальная. Сейчас, если давным-давно у меня уже планшет 150-50 скорость, 150 входящая, 50 исходящая, ну такая скорость и должна быть. Естественно, при всех тестах я вижу какую-то фигню вообще. 10 мегабит и меньше. Тем более еще, что здесь получается, я заметил, когда скорость маленькая, сотовая, то я сижу и качаю какую-то игрульку там 10-гигабайтную, я ее там неделю качаю. И вот этим как раз я и занимаю трафик и место. Если бы была скорость быстрая, там 100 мегабит, я бы скачал быстро за час игру, и мне вторая игра не нужна, и все, и другие люди бы качали бы свободно. Получается, маленькая скорость не очень-то выгодна оператору, а оператору наоборот выгодно, чтобы большая была, и скачал, и все, и отошел, ну и освободил как бы эфир, я так понимаю. Но эта проблема так и будет оставаться со временем. Полностью ее, конечно, не решить, не разобраться. Ну, будем дальше тестировать. Я тестирую тут то, что у меня есть. Ну, я отдельно сделаю ролики про сотовых операторов и как у них скорость на данное время. Всем спасибо. Пока, ребята, подписывайтесь, ставьте уведомления и качайте торрент. Это ничего не нарушает, ничего.